Привет! Вы на моем канале Easy3D, и сегодня я попробую сделать городок в гиперказуальном стиле. Гиперказуальные игры – это простейшие игры с примитивным, минималистичным 2D или 3D артом, рассчитанным на широкую аудиторию. Поскольку время игровой сессии в гиперказуале сравнительно с другими играми очень мало, то игроку некогда разглядывать премудрости сложной красивой графики. Отсюда и простота исполнения. Для начала я подготовлю отдельные взаимозаменяемые элементы, из которых впоследствии и буду собирать домики для своего мини-города. Главная идея состоит в том, чтобы сделать такие модельки, как конструктор, путем несложной замены которых можно было получать абсолютно новые модели – зданий или деревьев. Thank you.
Чтобы добиться цветового разнообразия, я не буду использовать отдельные текстуры для каждого здания, а буду использовать один цветовой атлас для всех моделей. Задумка такая. Здание – это прямоугольник. И с одного ракурса мы можем видеть только две его стороны. Поэтому, чтобы это не выглядело слишком однообразно и уныло, надо, чтобы они немножко отличались по оттенку. Ну и для придания глубины и объема можно накинуть градиент от темного к светлому снизу вверх. С режимом наложения градиента тоже можно экспериментировать. Нужно добиться, чтобы картинка выглядела сочно, но не вырвиглазно. Неплохо для этого подходит режим перекрытия или мягкий свет. Далее дублирую полученную палитру и, используя цветовой тон насыщенность, меняю цвет, получая ту самую вариативность. Сам процесс текстурирования выглядит следующим образом. Берем нашу модельку, разворачиваем ее, хотя можно этого и не делать. Подгружаем наш текстурный атлас и, перемещая UV-Shell в нужное место, добиваемся нужного цвета каждой детали. Раскрасив отдельные элементы, мы просто меняем их местами и в нужный момент меняем их цвет, создавая те самые домики, которыми мы заполним нашу локацию. Плюсы такого подхода заключаются в том, что мы в любой момент можем поменять цвет или форму любого домика без каких-либо последствий. Сделав около десятка разноцветных домиков, я их расставил по локации. Добавил дорожную разметку, лавочки, деревья, елочки, фонарные столбы и светофоры. Главное, что теперь этот маленький участок локации можно копипастить до бесконечности, превращая его в квартал, район или в большой город.
Надеюсь, это видео было кому-то полезным. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!